Hyundai Ioniq 5 получил заряженную N-версию. Автопроизводитель утверждает, что эта высокопроизводительная версия Ioniq 5 может разогнаться с нуля до 100 км в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 260 км в час. В двухмоторном варианте совокупная мощность электродвигателя составляет 650 лошадиных сил. Специальная версия N стала ниже и шире в нижней части по сравнению со стандартной, чтобы вместить более широкие шины на 21-дюймовых дисках. Из внешних отличий стоит отметить более развитый аэродинамический обвес, увеличивающий прижимную силу и продлевающий электрокар на 80 мм. Полноприводный электрокар предлагается в версии с одним и двумя моторами. Во втором случае двигателя могут развить в течение 10 секунд совокупную мощность 650 лошадиных сил в режиме максимальной производительности N-Green Boost при 21 тысяче оборотов двигателя. В стандартном режиме мощность ограничена 609 лошадей. N-настроенные тормоза, представляющими самую мощную тормозную систему Hyundai. Система состоит из передних дисков диаметром 400 мм с четырехпоршневыми моноблочными суппортами и задних дисков диаметром 360 мм. Кроме того, торможение левой ногой позволяет одновременно нажимать на тормозную педаль и педаль акселератора во время движения по треку. Интересно, что авто может имитировать звук 2-литровой бензиновой турбо-четверки. N-Pedal — это интеллектуальная программная функция, предназначенная для обеспечения мгновенного воздействия на дроссельную заслонку. Опираясь на аналогичную технологию, используемую в системе рекуперативного торможения I-Pedal, N-Pedal предпочитает быстрое и увлекательное прохождение поворотов, а не энергоэффективности. Для тех, кто планирует использовать Ioniq 5N не только для спорта, но и для повседневной мобильности, Hyundai предлагает удивительные ощущения от имитации переключения передач и эмоционального вождения благодаря интегрированным системам. N-Shift имитирует восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением двигателя внутреннего сгорания N-автомобилей. Как следствие, это обеспечивает более точное интерактивное вождение, ощущаемое ближе к ДВС, чем предыдущие электромобили. Цель звуковой имитации, которая состоит из восьми внутренних и двух внешних динамика, состоит в том, чтобы предоставить водителям акустический ориентир для оценки используемой мощности. В экстерьере Ioniq 5N добавлены многие элементы дизайна. Впереди расположена графическая панель N-Mask с функциональной сеткой, а также воздушными заслонками для дополнительного охлаждения. Губа-спойлер проходит через нижнюю часть бампера, чтобы подчеркнуть серьезную посадку автомобиля и подчеркнуть его спортивный характер. Эксклюзивный для EV-N яркий оранжевый снизу переднего бампера имеет продолжение вдоль боковых юбок, дополняя образ уникального спортивного автомобиля. Сзади расположен специальный спойлер, используемый только в моделях N, а также диффузор оранжевого цвета и воздухозаборник, которые помогают контролировать воздушный поток. В спойлер встроен треугольный стоп, доступный только для N-линейки. Сзади также находится N-эксклюзивная черная накладка на бампер с графическим изображением отражателя в виде шахматного флага. Модель N еще больше отличается от стандартного Ioniq 5 изменением пропорций. Она на 20 мм ниже, на 50 мм шире снизу, чтобы вместить более широкие шины, и на 80 мм длиннее благодаря более заметному диффузору. Визуальное впечатление еще больше усиливается коваными 21-дюймовыми алюминиевыми дисками с шинами Pirelli P Zero размером 275 на 35 R21 с высоким уровнем сцепления с дорогой, что улучшает управляемость и сцепление на треке. Интерьер Ioniq 5N четко передает стиль семейства благодаря использованию фирменных элементов, включая руль, сиденья, накладки на дверях, металлические педали и другие детали оптимизируют автомобиль для езды по треку.
руль выполнен в новом дизайне с логотипом N, который окружен кнопками, регулирующими желаемый режим движения. Сиденья спроектированы в виде ковшей, поэтому даже при сильном боковом ускорении и при резком повороте они надежно поддерживают верхнюю и нижнюю часть тела. Для повседневного использования также предлагается USB-разъем, беспроводное зарядное устройство и подстаканники. Hyundai пока не объявила цены на IONIQ 5N, который должен поступить в продажу в начале 2024 года. Компания также еще не открыла новый модельный ряд электромобилей. Эта информация станет доступна в ближайшие месяцы. Приятного вам просмотра, ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятна и вдохновит для нового творческого развития. Enthusiasts out there. We hear you. This is not the end of driving, but a new chapter. Our journey continues with IONIQ 5N. Because at Hyundai N, driving still matters.